Ха, йо, братишки и сестренки, с вами Сахарок, и вот недавно я пролистывал свои видео у себя на канале и заметил, что у меня нет видео про SkyWars. Есть BedWars, есть интернет-кафе-симулятор, есть FNAF, есть мувики по CSGO, есть даже мувик по Standoff 2, но нету SkyWars, сегодня нам нужно это исправить. Погнали! What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. Все, погнали, берем сначала укропу. Ой, куда-то мне не туда занесло, короче. Думаю, хотя бы меч железный, хотя бы мне дадут. Они, как всегда, каменные. Ну, конечно, ну вы что? Да ну, каменный меч! Да вы серьезно, почему никому, кроме меня, не дают каменный меч? Задрали уже. Вот так вот уходим по-красивому. Ладно, они там побьются пока. Я себе здесь хавуку возьму. Поменяю нагрудничек пока. Они там подерутся, я даже помогу, наверное, нет. А нет, не помогу. Наверное, просто приду к этому челику и добью его. Зачет. Все, погнали снайперить остальных игроков. Убегай, убегай, вау. Вот так вот. Давай сюда. Заскамил мамонта. Хе-хе. И что ты мне сделаешь? Баран, баран. Так, в принципе, прошлая катка была неплохая. Думаю, это уже будет очень таки удачная. Вот так. Вот так, вот так. И вот так. Все. Теперь у нас все запипись. Теперь мы идем к этому чувачку, но он против этого. Но мы будем настаивать. Погнали к нему в гости. Он пытается сбросить нас, когда мы будем лететь к нему. Но я не буду лететь к нему, я буду его бить. Вот так вот, заскамим его. Да, заскамили или нет? Заскамили, капец, я молодец. Теперь нам нужно украсть у него немножко брони. Например, вот это. Вот это. И больше, в принципе, ничего. Все остальное говно. Ой, там кто-то строится уже к нам. Строится. И куда мы строимся? И куда мы строимся? Челодой маловек, куда вы строитесь? Да еще кто-то бросается говном. О, щит, мадерфакер. Ну давай, давай, что ты? Что ты? Зачем я это сделал? Илюху никогда не понять. Что ты не упал? Ты не упал? Что? А кто там в меня еще стреляет? А, это он. А нет, там еще какой-то чел стреляет по нам. Лови маслину. Ребятки, я знаю, что мне нужно делать. Так, вот так, вот так. А сами пока вот сюда пойдем. Вот так и вот так. О! Очень красиво. У меня есть... Золотое яблочко! Регенерацию взяли. Блин, блин, я не вовремя, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Блин! Ладно, третья игра, думаю, в этот раз уже наконец-то все получится, и нам не попадется какой-то очень супер-пупер-дупер-мега-ультра прокачанный игрок. Опа, острота 1. Повезло, повезло. Опа, броня даже алмазная. Повезло, повезло. Опа, челик уже удрал. Не повезло, не повезло. Сейчас вот повезло, повезло. И сейчас повезет еще, я думаю. А, нет, не повезет. Он долбанный кликер, еще и читы. Это долбанный читер. Вот представители долбанных читеров, который убил меня с 3 ударов. Несмотря на то, что я был почти фулл сет алмаза и... Прокачанный мой меч был на остроту 1. Это долбанный читер. Кикните его, пожалуйста. Ладно, как всегда, по стандарту лутаем сундуки. Лут, в принципе, самый обычный. Нам не стоит удивляться. Мы забыли жрачку.
но не забыли меч. Теперь нам предстоит построиться так, чтобы нас никто не сбросил. У нас это получается. Теперь у нас есть меч, еще один алмазный, и у нас есть яйцо. Но не одно я, а целых 16. Что он делает, я никак не пойму. Нужно его забросать яйцами. Тухлыми причем. Пришел кто-то. А нет, не пришел. А нет, откуда? В смысле, а откуда ты пришел? Ладно, я же не тупой, я могу сделать вот так. Спасибо, бро, что помог мне. Теперь там за скамликой какого-то чувака. Поэтому я не дам сюда прийти. Я его заскамлю. У меня есть меч на заговор огня. Делаем вот так вот. Вот сейчас, ребятки, я понял, что эта игра очень хардковая. И здесь постоянно тебя будут крысить какие-то аборигены, которые не хотят, чтобы... Точнее... Которые просто хотят сидеть у себя на базе со своей ленивой жопой и ничего не делать. Из-за этого эта игра мне очень не нравится. Но так как эта игра мне очень нравится, я ее играю. Куда два поставил абориген? Лутаем сундучок, нам попадается говно-алмазный меч, который ни на что не зачарован. Открываем еще один сундук и понимаем, что здесь ничего ценного нет. Кроме штанишек. Понимаем, что нам нужно простроиться туда. Понимаем, что нас могут заскамить. Но нас это не... Что ты делаешь? Хочешь маслину? Держи маслину, даже не одну. Ну хэбэ, бро. Пожалуйста, не стройся вверх. Ладно, придется тебя силой оттуда снимать. Ой, я его убил. Теперь у меня нет друга. И мы сейчас понимаем, что ресурсов уже почти нет. Остался только один абориген, который сейчас пытается меня убить. Но у него это не получится. Спустя 5 минут раздумий я понял, что Skywars это полное днище. Так что я лучше поиграю в Bed Wars с рандомами. Я хочу, чтобы мне в команду попался этот дикозаврик. Шолти, Сайт Раш, Ор и Сид Дамп. Не понимаю, что это означает, но напишем да. Теперь делаем вот так вот. Не знаю зачем, но мы так делаем. Теперь понтуемся перед своими тиммейтами, как мы круто умеем строиться. Они в шоке. Господи, что делается? Этот абориген просто стоит и смотрит. Но я не буду смотреть, я буду бежать. Ладно, пусть смотрит дальше. А я побежал. Ломать им кровать. Заскамили мамонта. Теперь заскамили еще одного мамонта. Он тупо показывает всем, какой он кликер, но в итоге он такой же баран, как все остальные. И куда он убежал? Ты что, тиммейт, баран, что ты сделал? Я чуть не насрал себе штаны просто. Ладно, он обкакался и убежал от нас. Но я так не умею делать, из-за этого мы идем искамить. Давайте этим баранам помешаем немножко к нам добраться. А что он делает? Ребятки, что делает этот баран? Напишите в комментариях. Если, конечно, они их мне не закроют YouTube. А, я же не баран. А, подожди, подожди, чел. Спасибо. Лох. Ой, еще здесь кто-то есть? Я думал, все удрали. Ладно, давайте не будем баранами, а просто проигнорируем этого барана и пойдем к ним на базу, чтобы попасть вниз. Понимаем, что ни одного из этих баранов здесь нет, и никто даже не старается меня убить. Это что такое? А им не понимать. Ой, кто-то бежит. Кто-то прибежал сюда. Он меня рассекретил. Меня рассекретили. Ладно, давайте сделаем вот так вот. И наконец-то уже сломаем им кровать. Да, у нас это получается, без лишних проблем. Этот баран дальше не понимает, что происходит. Так что пошел просто закупиться. А сейчас мы его пытаемся закрысить. И у нас это получается. Ребятки, давайте за это поставим лайк, за то, что я уничтожил уже две кровати. Вон там бежит один абориген, думая, что своим супер-ультра-мега-кликом он сможет что-то сделать, но ничего у него не получается. И я его скамлю. Что он делает, я не понимать. Но я его без проблем убиваю. Видимо, у него была судорога руки, или пальца, или еще чего-то. Из-за того он не мог взять меч. Он удирает от меня, но недалеко, потому что карта небольшая.
Я сейчас что-то поделал в инвентаре, из-за этого немножко затормозил. У меня теперь есть больше шансов его догнать. Этот дебил даже старается ставить перед собой блоки. Но замедляет только себя, сейчас этот дебил мог его убить. Но он тупой баран. И упал. Прибежал еще один и умер. Ну и на этом у меня все. Спасибо за просмотр, поставьте свой королевский лайк и обязательно не забудьте про подписку. Я очень хочу 100 подписчиков. Всем пока!